сначала... Ой, ой, Нолик, Нолик, подожди. Ты слышишь этот шум? Я могу поднять пылесос! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Нолик, мы со Шпулей и идем ремонтировать тостер, а ты оставайся тут. Я тоже хочу с вами, но возьмите меня, пожалуйста, с собой. Нет, Нолик, это может быть слишком опасно. Да, Нолик, ты помнишь, как в прошлый раз решила отремонтировать миксер? И что из этого получилось? Но тогда я был совсем один, а теперь я буду с вами. Нет, Нолик, на кухне сегодня слишком много людей. Так что ты можешь потеряться, нам некогда будет за тобой следить. Шпуля, пойдем. Пойдем, Симка. Эти девчонки думают, что я совсем маленький, а я вовсе не маленький. Я уже очень большой, я очень много всего чинил. И папа со столько раз помогал, и Мася мне все показывала и рассказывала. Привет, Нолик, как дела? Где Симка и Шпуля? Они пошли чинить тостер. А ты же тоже с ними вроде собирался? Да, но они меня с собой не взяли. Сказали, что я еще маленький. Нолик, я знаю, как тебе помочь. Тебя нужно хорошенько зарядить. О, а как это? Пойдем, я тебе все покажу и расскажу. Пойдем. Нолик, я тут обнаружил новый мощный прибор, от которого я сразу очень быстро заряжаюсь. Ого! Какой красивый! Ложись сюда, Нолик. Так, я готов. Итак, я считаю обратный отсчет. 3, 2, 1. Пуск! Нолик, что ты чувствуешь? Ой, мне немножко жарко. Так и должно быть, Нолик. Ты уже почти зарядился. Ого, Нолик, каким ты стал большим! Да, я теперь не просто Нолик, а кто? Я теперь Супер-Ноль! По-моему, Нолик, ты перезарядился! Ты теперь не поместишься ни в один прибор! Ничего страшного! Я теперь стал таким большим и сильным, что смогу починить любой прибор и так! Симка, ты слышишь этот шум? По-моему, там что-то случилось. Вечно этот Нолик попадает во всякие истории. Пойдем скорее, может быть, ему нужна помощь? Пойдем, Симка. Так, что тут у нас? Миксер? Сейчас починим этот миксер. Так, попробуем его сначала. Ой, 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 ой. Нолик, Нолик, подожди. Так, что-то у меня это не получается. Сейчас. Нолик, Нолик, не спеши. Так, что тут у нас? О, пылесос. Так, о, я могу поднять пылесос, ой, 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 ой. Нолик, подожди. Ой, сейчас, ой. Нолик, остановись. Да, я сейчас, мне осталось только стиральную машинку. Вот, сейчас я попробую в нее залезть. Так, ну, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Фэр, что же я наделал? Что же я наделал? Как же мне теперь все исправить? Нолик, ты не виноват. Это же я тебе посоветовал стать большим. Но я же не знал, что все так получится. Ох, хорошо, что этот заряд быстро прошел, и я не остался большим навсегда. И что вы тут натворили? Почему все приборы сломаны? Что за бардак? Я так хотел стать большим, чтобы вы больше не оставляли меня одного. И это я виноват. Мы сильно зарядили Нолика, и он вырос. И нечаянно все сломал. Но я так больше не буду. Нолик, ну мы же просто волновались за тебя. Поэтому и не взяли с собой. Но больше так не делай. Да может быть очень опасно. Хорошо, что все обошлось. А теперь за уборку. Ну
Если вам понравилось, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Ты-дыщ! Привет, Симка! Привет, ребята! Симка, что у тебя случилось? Да Нолик куда-то подевался, хожу его ищу уже 2 часа! Ну, давай подумаем, где бы он мог быть. Вот там что-то красное. Да это пила! Я уже здесь была! Нолик вообще пилить не любит! А вон там что-то зеленое. Это клещи! Нолик любит клещи, но его здесь нет. А вон там вот что-то оранжевое. Гаечный ключ, что ли? Да, гаечный ключ. И здесь Нолика нет. Вот вечно приходится за этих малышей волноваться. Симка, смотри, там что-то синее. Может, это наш Нолик? Посмотрим. Да не, это не Нолик, это отвертка. Ой, где Нолик? Нолик! Сейчас я сверху посмотрю. Полезли, полезли, давай еще выше. Ноличек! Ой, как высоко я забралась. Симка, а он не говорил, куда он собирался пойти? Да говорил! Он хотел починить миксер! А я говорю, не ходи один! А он говорит, пойду один! А Мася говорит, возьми Симку! А он говорит, не возьму Симку! А я... А ты у миксера смотрела? Да смотрела! Ну, давай посмотрим вместе еще раз. Одна голова хорошо, а две лучше. Ну, давай! Да нет, здесь Нолика! Симка, а вот это вот что за винтик здесь валяется? Ребята, я все поняла. Наверное, когда Нолик чинил миксер, в комнату вошел человек, и Нолик превратился в винтик. И у него не хватило сил превратиться обратно в фиксика. Фиксик может прикинуться винтиком в случае опасности, но иногда он превращается в винтик не по своей воле. Это происходит, если фиксику не хватает жизненной энергии. Тогда он слабеет, становится вялым, а потом вообще впадает в спячку, превращаясь в винтик. Такая беда случается, если фиксик вовремя не подзарядился энергией от работающей машины или прибора. А заряжаться фиксиком надо регулярно. Ура! Ноличек нашелся! Как же я сразу не догадалась! Сейчас мы тебя спасем! Фиксику, который ослабел и стал винтиком, может повезти. Если какой-то человек случайно найдет его и вкрутит в прибор, то фиксик может подзарядиться и снова жить. Тогда он вывернется и убежит, а человек будет удивляться, куда это делся винтик. Я же его сам вкручу. Алина, Симка, спасибо большое, что меня спасли. Я думала, что никогда уже не превращусь обратно в фиксика. Нолик, своих не бросают. Но только никогда больше не ходи один чинить такие сложные приборы. Как хорошо, что все хорошо закончилось. Правда, ребята? Ты-дыщ!